Ну что, всем доброго утра понедельника. Перед вами список заказов, которые мы готовим непосредственно уже сегодня к отправке. Это те заказы, которые оплачены. ЕМС, курьерская служба доставки, вызвана. Боксбери, конечно же, мы увозим сами, так же, как и ПЭК увозим сами. Самовывозы уже все готовы, можно забрать. Ну и вот Россия, которая оплатила заказы на сегодняшний день. Олесечка тут воюет с кипарисом. Сколько у тебя тут метров-то? 30. Ой, падает, Олесечка, падает. Как это я вовремя тебе подсобить пришла. 30 метров кипариса. Ты что такое заказал? Красоту. Да, девочки, мы ожидаем большое поступление из Алона. Оно будет у нас... Не буду говорить, когда. Простите. Ну и вы, наверное, слышали, девочки, о повышении из Алона, конечно же. Мы уже получили... Письмо счастья, официальное письмо о повышении цен. Ну, вот буду ходить, вам буду говорить, да. О повышении цен официальное письмо заводик нам уже прислал. Мы не публикуем этот пост, потому что у нас достаточно большое количество и запасы материалов. Пока мы их не продадим, мы не будем повышать цены для вас, наших покупателей. Вот, на следующей неделе уже... Ну, наверное, на следующей, либо на этой. Не буду ничего говорить. То есть после того, как придет новая партия уже из Алона, она уже придет, конечно же, по новым ценам. Соответственно, только после того, как мы получим какой-то из Алона уже по новой цене, мы уже и тоже повысим цену. На самом деле, не такая уж большая разница в новой цене. То есть повышение из Алона... на 8 рублей, грубо говоря, да, это 8%. Но, не знаю, девочки, дорожает все на самом деле. И мясо дорожает, и крупы, и картошка, да, и дорожает не на 8 рублей, а, да, некоторые продукты питания дорожают на более большую сумму, поэтому, в принципе, 8 рублей – это... не так проблематично, и это не катастрофа, да, для материалов для творчества, да, потому что в этом году дорожал уже и Софтин, и Ева, то есть 8 рублей на Изолун, это, я думаю, что мы с вами потянем. Но, тем не менее, поскольку наши склады полны из Алона, да. Единственное, что некоторые, конечно, оттенки являются ходовыми, и они более быстрее вами разбираются в заказах, да. Но они есть, да. Поэтому ближайшую неделю никакого подорожания цен на из Алон у нас не будет. Хочу вас успокоить. И не хочу устраивать никакой агитации либо ажиотажа по поводу того, что быстрее покупайте у нас, планируйте свои заказики, а то нет, девочки, могу вас точно уверить, что мы не будем поднимать цены до тех пор, пока не получим изолон уже по новой цене. Вот тот изолон, который идет сейчас к нам, дай бог, мы его возьмем еще по старой цене, и это даст вам возможность спокойно покупать материалы без какого-либо ажиотажа. Все хорошо, девочки, все хорошо. Здесь упаковываются ваши заказики. Вот так вот готовый заказик упаковывается в три слоя подложечки, да, которая называется воплекс, в три рулона, да, и верхушечка упаковывается отдельно. И вот сейчас Илюшечка все это быстренько вот так вот запакует. Конечно же, делается подушечка на жопку. Видите, как аккуратненько фомчик тут еще вкручен. И это все пойдет в достаточно плотную пленочку. Вон тут еще штучные искусственные цветочки девочка взяла. Вот Илюша складывает это все красивенько в коробочку. Да, вот так. В общем, с любовью, так сказать,
Всем желаем вам хорошей трудовой недели, прекрасного настроения. Ну, если тепла не от солнышка, то хотя бы тепла от окружающих вас людей. С любовью, Тамара. Хорошего вам настроения и отличной трудовой недели.